Всем здравствуйте, вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео с вами хочу поделиться тем людям, которые страдают геморроем и никак не могут его вылечить. Очень хороший способ. Тем более сейчас лето, и летом это очень хорошее время, когда можно исцелить свою болезнь. Сходите в лес, не поленитесь. В лесу растет лекарство для вашего геморроя. Что нужно набрать? Наберите обычный земляничный лист. Наберите побольше, не поленитесь. Он хорошо хранится в прохладном месте. Уберите его в прохладное место, не мойте, не сушите, пусть оно лежит. И каждый день доставайте несколько листочков, измельчите. Можно измельчить в блендере, кстати. Он хорошо даст сок и будет как кашица. Эту кашицу прикладываете к геморройным шишкам на салфеточку или сложив марлечку. И каждый день по два раза. Меняйте повязочку. У вас буквально за несколько дней заживет геморрой. Это очень хорошо заживляет, во-первых, трещинки на геморройных шишках. Убирает кровотечение и заживляет полностью геморрой. Это отличное средство, потому что земляника является очень хорошим противовоспалительным свойствами и кровоостанавливающими. Так что не поленитесь ходить в лес. Тем более сейчас у нас время, июнь месяц, когда земляника цветет и ягоды начинают давать. Это очень хорошее средство. А если еще и воспользуетесь таким способом, менять будете повязочки или земляники, немножко размятой ягоды прикладывать. Вообще моментально заживет у вас геморрой. Ну а всем, кому понравился совет, как вылечить геморрой простым способом, используя народные средства, поставьте мне пальчик вверх, буду благодарна. Всем до новых встреч, не болеем, будьте здоровы.